Во Львове женщина сбила двоих полицейских. Все началось с того, что она выехала на своем авто на встречную полосу, на трамвайные пути. Патрульные подошли, попросили показать документы, а женщина в ответ завела двигатель и рванула с места. По пути она зацепила одного из полицейских, его отбросила на тротуар, потом наехала на второго, протащила его на капоте 500 метров и скрылась после этого. Ее нашли на другом конце города, машину арестовали. Как оказалось, у женщины не было прав, их забрали несколько месяцев назад за вождение в состоянии наркотического опьянения. Один патрульний зазнав незначних забоїв, це того, якого відкинуло на тротуар. Другий патрульний зазнав більш тяжких травм, це поломаний палець, забої потиличної частини голови, численні забої рук та ніг, порвана форма, зіпсовані спецзасоби.